Мы не перебивали. Вот. Меня зовут Ярослава Пулинович. Я поставила... Это не спектакль, я хочу сказать. Это из списка спектаклей. Мы поставили его за 4 репетиции. Вот. В рамках проекта «Драматурги ставят драматургов». И я выбрала пьесу «Герой» Павла Казанцева. Почему? Потому что, ну, для меня это... Мне кажется, это очень хорошая, очень важная пьеса про поколение, вообще про то, что происходило там в 2000, да и происходит сейчас, наверное, пока вот в мире как бы идут войны. Я хорошо помню, как она прозвучала на Любимовке, эта пьеса. Хорошо помню, как ее поставил театр «Долг», и мне захотелось вот взять именно ее. К сожалению, Павла Казанцева не стало в 2014 году, 11 сентября 2014 года он ушел от нас. Ну вот, что получилось, то получилось. Вот. Посмотрите. Вот тут Наташа еще хочет.